Когда-то все феи были большие, а теперь они маленькие и живут среди нас. Обучаемся секретам и магическим предметам в школе феерических наук. Сны, мечты и настроение, цвет, пиала, вкус, варенье — это дело наших чудных рук. Да-да, мы феи, феи, фееринки. Раз, два, три, четыре, пять. Феи, феи, фееринки. Чудеса вас ждут опять. Уважаемая фея Гренни, вы что, в прятки со мной играете? Я ведь вас все равно найду. Терция! Терция! А как вы думаете, если вот такую стрижечку кому-нибудь, в смысле мне, и челочку, и примерно такой платьице, но вот тут чуточку уже, и может немножечко короче. Да-да-да, тебе очень пойдет. А? Это же не та страница, там была... Бусинка, я очень занята. Что же задумала Терция? Вот бы ее мысли прочесть. Только не промахнись опять. Это как? Да я в прошлый раз вместо мыслей Терции прочла Катины. Хорошо, что не Ботины. А давайте... Давайте заберемся к Терции в дом и все узнаем. Это опасно, и мы не можем нарушать закон феерии о неприкосновенности жилища. Тицит, ну ты зануда! А идея блеск! Откроем потайную дверь, а там такое... А вот вы как считаете? Мне пойдет такое платьице, а к нему такая стрижечка? Или не совсем такая? Как же ты не вовремя, Бусинка! Гром, давай еще раз так же. Я просто хотела посоветоваться, но раз вы так заняты... Ура! Какие смешные! Спасибо, сундучок! Бусинка, ты почему грустная? Да так... Сундучок, ты можешь что-нибудь подарить Бусинке, чтобы она разгрустилась? Ой, а можно что-нибудь такое, чтобы стать самой красивой? Ой, зеркало? Ой, волшебное зеркало! Наверное, чтобы пускать волшебных зайчиков. Это же зеркальце из сказки. А-а-а. Фантик, сундучок, спасибо. Зеркальце, скажи, пожалуйста, как я? Симпатичная? Ой, мне так же надо. Я ль на свете всех милее? Ты красива на 15%. Я ль на свете всех милее? Ты красива на 15%. Это я-то? Я фея?
Аллея красоты красива на 15%? А мы у Фантика плащ-невидимку возьмем. Все вместе плащом накроемся, Терция нас и не заметит. Легко сказать. Булка, проверь, пожалуйста. По-моему, оно неправильно работает. Это у меня... Волшебное зеркальце. Феник-кофейник. Я думала, они только в сказках бывают. Яль на свете всех милее. Ты красива на 16%. На 16? А я на 15? Булка, оно точно сломалось! Буся, ты лучше покажи его Терции. Ой, правильно! Если с ним все в порядке, у Терции должно быть 100%. А может и 150. Фея Грэнни, не испытывайте мое терпение. Терция, Терция, посмотрите, пожалуйста. Зеркальце говорит, что я красива на 15%. Такого же не может быть. Бусинка, внешность не главное. Настоящая фея... А что за зеркальце? Волшебное, из сказки. Мне его сундук дал. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее. Ты красива на 15%. С этим надо разобраться. Ай, ты мне ногу отдавил. Да ничего, я тебя не отдавил. Тише вы. Смотри, рамка иллюзий. Зачем она Терции? О! Булка, представляешь, у Терции... Бестолковая стекляшка, бесполезная! Последнее обновление базы данных. Эпоха феи Агрария. Обновить... Так это же лет 500 назад было! Вот, значит, в чем дело! Устарела база данных! Обновить, конечно, зеркальце миленькое! Обновить! Требуется подключение к Фейнету. Странно. Вроде все вещи на своих местах. Так. Вот так надежнее. Обновление установлено. Если вы желаете получать уведомления... Ты лучше скажи, я красивая? Истинная красота – это гармоничное сочетание положительных качеств. Фея может считаться красивой, если она добра, отзывчива. Зеркальце, отвечай! Я и на свете всех милее! Или мне будет лучше щелкой, как у той феи на обложке? Навыки, знания и умения – необходимые гармоничные личности. Музыка, живопись, психология, точные науки, литература. Это все нужно, чтобы быть красивой? И без этого никак? Я даже не знаю, с чего начать. Илиада, Гомер. Если я ее прочитаю, стану красивее? Может, лучше челочку? Фух, фейки-лейки, еще секунды, и Терция бы нас накрыла. А мы бы сказали, что перепутали дверь. Буся, что случилось? Бука, я теперь знаю, почему меня никто не любит. Это потому, что я некрасивая. А чтобы стать красивой, я должна вот это все изучить и прочесть Илиаду. Ты очень красивая, и мы тебя все любим. И вообще отличная девчонка. Да ты такая красотка! Просто песня! Да-да, ты у нас ого-го! Ты у нас ничего так. Правда? Но я все равно уже решила. Сделаю все по списку этого зеркала дурацкого и стану такой красивой! Зеркало у тебя, Бусина, не дурацкое, а очень даже полезное. Пока ты Терцию зеркальцем отвлекала, мы к ней в дом проникли. В дом к Терции? И что там? Чш, не здесь.
Я же говорила, что все равно вас найду. Двери распахнитесь, стены разойдитесь. Фея Гренни, что это вы делаете? Я фея уюта, но я не беспомощное создание. Я выберусь отсюда и всем расскажу, что вы самозванка. Немедленно выпустите меня, мои бедные девочки. Гренни, вы же сами согласились провести небольшой отпуск на природе. Не хотите ли отдохнуть на океане, поплавать с черепахами? Я уже наплавалась и с дельфинами, и с китами, и с черепахами. Они мне все надоели. Одна меня даже укусила. Я хочу домой. А что если горы, цветущие лужайки, гостеприимные гномы, шоколад с альпийским молоком? Шоколад? Ну, если только на пару дней, но потом... Ой, это совсем ненадолго, обещаю. Но шоколад с орехами. Да, с самыми лучшими. Приятного отдыха, уважаемая Гренни. Фу. Что там опять? Я ли на свете всех милее? Истинная красота – это гармоничное сочетание. Конечно, конечно. Все по заветам феи мерцания. Настоящая фея должна... Может, еще спиральный лабиринт пройти прикажешь? Спиральный лабиринт. А вдруг это и есть то самое спиральное волшебство? Поосторожней! Буйная Бу! Я тут заклинание старинное расшифровала. Любовное. Это ты зря. Любовная магия очень опасна. Смотри лучше. Я сделала усыпляющую повязку. Наденем ее на сторожевые часы. И сигнализация не сработает. Круто! Как бы Терцию из дома выманить? Ой, девочки! Что там у вас такое интересненькое? О, Буся, я пока повязку делала и для тебя кое-что изобрела, используя тот же метод. Вот, очки для фиксации образов подсознательного в состоянии покоя. Это чтобы узоры сохранить, которые тебе снятся. Спасибо, Бука. Хотя мне теперь одни древние греки снятся. Плывут, плывут куда-то на своих кораблях. Это Илиада виновата. Ого, ты вместо своего журнальчика Гомера читаешь? Приходится. Ах, я же хочу стать красивенькой, а без Гомера никак. Так волшебное зеркальце сказала. Доброе утро, я сегодня улечу по делам, а вы самостоятельно разберите 10-ю главу теории магии. Вечером проверю. Ха-ха, есть! Будем мы всякие 10-е главы читать. Есть кое-что поинтересней, а, Буква? Да, вовремя Терция решила по делам отправиться. Так, еще раз. Диджит открывает замок, я нейтрализую часы, эклер караулит снаружи. Если появится Терция... Я громко запою свою новую песню. Если мир скучноват, странноват и взъерошен, если что-то не так по... А вдруг после прошлого вторжения Терция поставила еще одну сигнализацию? А мы ее обеззвучим. Ха! Я нашла одно заклинание. Смолкни шум, замри струна, скрой все звуки, тишина! Это ты здорово придумала. Теперь обсудим детали. Поскольку у Терции экспориальный замок с филированной задвижкой и со считывателем, интегрированным в программно-аппаратный комплекс. Ты уверен, что экспориальный? Не интрадиальный? Я хочу, чтобы петь все на свете могли бы. При такой кривизне есть риск тотальной деформации ключа. Думаю, нам следует построить график с учетом... Что читаешь? Это Илиада. Книжка такая модненькая. Может, я уже стала красивее? Надо проверить. В 85 случаях из 100 достаточно одного наклона. Ой, я вообще так много читаю. По психологии еще. И науки там всякие. А, науки. А я музыку люблю.
Если мир скучноват, странноват и взъерошен, если что-то не так поутру, начинаю я петь, чтобы день был хорошим. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ту-ру-ру. Я хочу, чтобы петь все на свете могли бы, воробей, кошелот, кенгуру, и плясали со мной обезьяны и рыбы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ту-ру-ру. Ла-ла-ла, ту-ру-ру, ла-ла-ла, ту-ру-ру, ла-ла-ла, ту-ру-ру, ла-ла. Тут за танцы со звездами. Бусинка, оказывается, моя поклонница. Все мои песни знает. Дремочка, ты неправильно поняла. Поклонница? Ах, ну да. Я и забыла, что ты звезда всей феерии. Дрем, ладно тебе. Пусть запляшет со мной табуретки и кресла. Тьфу. Между прочим, эта песня всем нравится. Мои поклонницы... Ну, ты иди к своим поклонницам. Пусть тебе поклонятся. Вот и пойду. Ну иди. Стой! Ты так не можешь уйти! А как ты меня остановишь? Ха, ты даже из дома вылететь не сумеешь! Да я такое могу, что тебе и не снилось! Дали окна Экна Клели, Антиагла Келингели! На! Дрема! Мне не нужны никакие поклонницы! Только тобой полна моя душа. Простишь ли ты меня? Ничего себе. Ладно, проехали. Ты спеть хотел? Как там, если мир становится странноват? Нет. Теперь я буду петь только о любви к тебе. Слушай песню моего сердца. Для меня без тебя в небе солнце не светит, и тебе я готов все отдать. Для меня ты всегда самый нежный секретик, как же мне тебя разгадать? С чем тебя я сравню? Самой сладкой конфетой, самым ярким светлым лучом в мою жизнь ворвалась ты, крылатой кометы. Я тобой сражен, увлечен. Я не поняла, эклер владеет магией? Магический талант есть только у 2% эльфов. Да, вроде не замечал за ним. Это его от любви переклинило. Да, магическая аномалия. Дрема, эклер, вы идете? Сейчас, сейчас. Еще минуточку. Нежность свою я отдаю лишь тебе одной. Птенчик ты мой, цветик лесной, сон ты мой волшебный золотой, будь со мной. Долго вы там? Дрема! Зачем ты зовешь мою девушку? Заигрываешь? Что? Вызываю тебя на танцевальную дуэль. Дрема! Отмени уже это глупое заклинание. Я буду всегда носить тебя на руках, и никто не посмеет даже взглянуть в твою сторону. Да у меня книга упала. Нам не нужны книги. Наша жизнь будет состоять из танца и музыки. Идемте быстрее, пока Терция не вернулась. Ой, точно. Эклер, да отпусти же меня. Нам никто не нужен. Мы будем только вдвоем. Как все запущено. Тогда мы полетели. Догоняйте. Подождите. Да сделайте что-нибудь, бусинка. А? Что? Возьми скорее лунную книгу. Там закладка. Слева основное заклинание, а справа обратное. Твои глаза – бездонные озера. Хочу заглянуть в них, нырнуть в них, утонуть в них. Куда же ты? Твои чувства угасли? Бусина, ну что ты тормозишь? О, горе мне! Пытаюсь разобрать твой почерк. Что мне сделать, чтобы вернуть твою любовь? Просто поставь меня на пол. О, нет! Не отпущу тебя ни на секунду! Да читай же, бусина! Элиогна, Эгне, да это не то! Дулели. Справа читай! Я никогда не расстанусь с тобой! Моя драгоценная бусинка! Ой, а от тебя справа или от меня? Конечно же, от тебя, бусина! Твои глаза бездонные озера! Хочу в них погрузиться, раствориться, утопиться! Надо было дождаться, ребят. Некогда ждать.
Ну что, вперед? Бузиночка, мой цветочек, мой секретик. Мы закружимся в танце и познаем блаженство музыки. Нет, Деклер, я не твой секретик. Я вообще не секретик. И танцевать я не хочу. Фейки-леки, да куда же эта лунная книга делась? Не знаю, Дремочка, но найди ее поскорее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Где же Дрема со своим обеззвучивающим заклинанием? Недоступно! Мы будем танцевать всю жизнь! Дремочка, спаси меня! Оставь ее в покое! Никогда! Это неслыханно. Забраться ко мне в дом, использовать запрещенное заклинание. Я ничего не помню. Что со мной такое? Я, как сказать-то... Заклинание на тебя опробовала, любовное. Я отлучилась по важным делам, а вы? А я что? Ну, ты пел, танцевал, в любви мне признавался. И мне? Мне тоже в любви признавался. Было так романтично, просто феерично. Эклер, подожди, прости меня, я не подумала. Не уходи, пожалуйста. А ты меня снова заколдуй. Что ж, и вам пора по домам. И чтобы до завтра я вас не видела. Клер, пожалуйста, ответь. Так, все компоненты есть. Пора готовить спиральный лабиринт. Ботя, ты не переживай. Все будет хорошо. Это просто день сегодня такой. Переживательный. Наконец-то я разгадаю тайну пятого элемента. Остался последний шаг. И я должна это сделать. Мне ни капельки не страшно. Да, бояться нечего. Светик конфетик. Какой большой вырос. Фантик, разве можно так пугать? О, феник-кофейник. Это еще что за клумба? Необходима идентификация объекта. Нет-нет, это обычный лабиринт. Обычный лабиринт. Не берите в голову. Ничего себе обычный. Что с ним делать-то? Просто зайти в него и просто выйти. Лабиринт феи мерцания для выявления злых фей. Где злые феи? Терция, вы же не злая фея. Конечно, не злая. Что ты, Фантик? Это ритуал такой. Испытание. Каждая фея должна пройти лабиринт, когда достигнет совершеннолетия, чтобы понять свою сущность. Мое – это конфеты. Можно я с вами? Девочки, довольна. Я скоро вернусь, а вы пока контрольной подготовьтесь. Вперед за конфетами! Фантичек, ты куда? Фейский фейл! Увязали за мной все-таки. Вот это шмякнулись. Куда нас вообще занесло? Да, непонятно. Добро пожаловать в лабиринт феи мерцания. Ура, ура! А конфеты когда будут? У вас 60 минут. Что-то мне это все не нравится. Время пошло. Девочки, спокойно. Все под контролем. Но эти цифры, они ужасно нервируют. Нужно их остановить. Мы должны держаться вместе и побыстрее найти логическое решение. Ого!
Муравейник, муравейник. Я же фея мгновения, в конце концов. Ну, все часы меня слушаются. Ой, конфетка! Оп, оп. Вот тебе, вот, вот! На, вот еще, получай! Стрелка гнутая, да что же это? Сколько над ней ученые бьются? Не отключается. Ну ладно, это всего лишь часы. Не обращайте на них внимания, просто ищите выход. Куда они подевались? Девочки, вы где? Фантик! Как элегантно! Я всегда любила красный. Он так манит. Спасибо, 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 спасибо. Благодарю, спасибо. А, так. Конечно, это же элементарно. А равняется Б, Б равняется С, а С... формула не дописана. Но я знаю, как ее закончить. Чем бы записать? Пора кормить инфузорий, пора кормить инфузорий, пора кормить инфузорий. Да подожди ты, у меня открытие века. Уйдите, не мешайте. Потом, потом. Бусина с шеей, костюм зомби. Розовенький. Бусинка, приглашаю тебя на кексики. Буся, мне нужна твоя помощь, мы же сестры. Бусинка, звонил Фейерсачи, он в восторге от твоего платья. Шел по лесу осьминог. Прик-скок, прик-скок. Оп-оп, тра-та-та. Фантик, малышка, беги к нам. Поиграем. О, оп-оп, тра-та-та. Те, кому не удавалось пройти лабиринт за 60 минут, навсегда оставались в нем. Время истекает через 15 минут. Всего 15 минут? Ты понял, ботинок? Они останутся там навсегда! Что пропало? Чего молчишь? Тут такое творится, а ты молчишь? У тебя же голоса нет! Корж, другое дело! Все пропало! Все пропало! Все пропало! Ой, собачка лает. Может, она голодная? Фантик, это всего лишь Ботя. Ты ведь знаешь, он не живой. Кормить его не нужно. Еще какой живой. Я обещала о нем заботиться. А это важнее игрушек. И даже конфет. Немедленно встаньте на место! Что? Что вы делаете? Буковка! Ой, Буковка! Как здорово, что нет, я тебя нет, нашла! Нет. Буковка, Буковка! Нет. Что с тобой? Что с тобой? Это я, Фантик! А? Фантик? Что это было? Мне казалось, что я совершаю великое открытие! Я обо всем забыла! О вас! Об инфузориях! Это вне за правду! Это лабиринтовое пытание! Как ты меня нашла? А где Буся и Дрёма? Меня лабиринт привел. Он показывает то, что мы хотим. А я больше всего хотела найти тебя. И Бусинку, и Дрёму. О, у нас 12 минут! Нужно срочно разыскать девочек! Ну что вы вопите, я не глухая. А лабиринт просто отпад.
Зацените, как круто получилось! А чего вы такие взъерошены? Времени почти не осталось! Опа! А? Надо найти Бусю и выбираться отсюда! Ого! Да, что-то я заигралась. Уходим! Бусинка, она нас не слышит. Фейки-леки, сейчас она меня быстренько услышит. Что это? Девочки, что случилось? Некогда объяснять, 5 минут осталось. Как же выбраться? Это легко, нужно просто представить наш дом. Фантик, да если бы не ты, ничего бы не получилось! Играй! Ой, Ботя, Ботя, если бы не ты, ты научился лаять? Обычный лабиринт? Ну, Терция! А, кстати, где она? И правда, Терция вышла из лабиринта? Ой, она заблудилась, надо ее спасти! Опять туда? Ни за что! Тогда я сама! Нет уж, Фантик, одну я тебя не отпущу! Погнали Терцию спасать! Ну и я с вами тогда! Я смогу. Смогу. Еще несколько шагов. Фейский веник, а ее-то как разбудить? Девочки, время! Точно, время! Терция, фея времени! Это должно сработать! Что, куда? Пора на урок? Пора домой! Отлично! Ура! Фантику у нас! Мы дома! Мы вернулись! Здорово! Все получилось! Ахлитерцы! Лабиринт! Нет, вы представляете, я видела другую вселенную! Королевская служба охраны зафиксировала всплеск магической активности. Терция, будь осторожна. Вспомни, кто ты такая, и решение обязательно отыщешь. Ай, Бутя! Фу! Уберите животное! Потеря соединения. Бутя. Отправьте запрос в службу технической поддержки. Почему он красный? Потому что не зеленый. Что я сделала не так? Все, вот, хорошую вещь испортила. Замок не отпирается, пророчество не раскрывается, а я, получается, злая фея. Не всем же быть добрыми. Да я их целый год учила, воспитывала, еду им готовила. Ну да, а заодно чуть не погубила детей в смертельно опасном лабиринте. Я не виновата, это они за мной увязались. Выходит, мы злые феи? Кто злые феи? Мы все, кроме Фантика. Только Фантик сама прошла лабиринт. Я точно не злая. Извините, я опоздала немножечко. Ой, а где Терция? И правда, где? Она ведь никогда не опаздывает. Все, что я делала, ради общего блага. О, именно так обычно и говорят злодеи. Терция! Ура! Уроков не будет, что ли? Кто
Слышишь, тебе на урок пора. Пусть их учит добрая фея! А ты уже забыла, что девочки тебя спасли? Я все помню. Уже иду! Добрый день! Сегодня мы рассмотрим... Терция! Бука с Дремой говорят, что мы злые феи! Бусинка, у нас урок! Да какие ж тут уроки! В лабиринте мы собирались, знаешь что, а потом... И вот... Дрема! Но это важнее уроков! Скажите им, что я не злая! Вы все добрые и хорошие! Молчат! Простите... Это еще что? Кресло-качалка. Старинный успокоительный артефакт. Наставница Грэнни любила в нем посидеть, когда нервничала. То есть я, по-вашему, нервная. Злая и нервная. Все вон из класса! Я хотела сказать, что урок переносится на завтра. Как же я устала. От всего этого, того... Что я сделала не так? Что я сделала не так? Что я сделала не так? Все, 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 все! Ну какая же я злая! Злые феи совсем не такие! Вот, сами посмотрите! О, Бусина, да там настоящая фейка-злодейка! Девочки, прекратите! Это противоречит теории вероятности. Но, в принципе, симбиоз злых фей... Где злые феи? Да вот же они! А Терция вообще монстр! Он говорит, что вы не злые, а глупые. Ой, вы не только выбрались из лабиринта, вы вернулись, чтобы спасти Терцию. Ни одна злая фея так бы не поступила. Мы не злые, я же говорила! Я так и знала! Так мы прошли! Ура! Наконец-то! Ура! Дошло до них! Ура! Что там грохнулось? Модификатор упал. Терция? Финик-кофейник. Ее подменили, что ли? Это кресло так действует. Не рекомендуется использовать больше 5 минут в день. Возможны побочные явления. В отдельных случаях беспробудный сон. Беспробудный? Немедленно просыпайся. Сообщение. Приготовься к проверке. Страж прибудет в 14 часов. Это же через 5 минут. Слышала? Скоро придет страж. Если меня поймают, всем будет лучше. Нужно ее разбудить? Конечно! Терция, Терция! Тик-тик-тик-дзинь! Пора на урок! Фантик, подожди. Может, не стоит ее будить? Сейчас страж прилетит, вот и расскажет, что это за спящая красавица такая. Терцию нужно спрятать. Фантичек, да что? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это очень-очень важно. Не люблю я этих стражей. Может, сами разберемся? Ладно. Дрем, тебе придется надеть каблуки и обмануть стража. Терция ведь тобой притворялась, когда он в прошлый раз приходил. А ее мы спрячем куда-нибудь. Ура! А неплохой план. Королевская разыскная служба. Страж номер 317. Приветствую, фея Дрема. Здравствуйте. Чем могу помочь? Действие магии всевластия. Уполномочен провести проверку. Подождите, уполномочен провести проверку. Уполномочен провести проверку. Уполномочен. Уполномочен провести проверку. Уполномочен провести проверку. Уполномочен провести проверку.
Зафиксировано магическое защитное поле. Это подозрительно. Позовите наставницу Грэнни. Грэнни? Грэнни? Все, допрыгалась. Теперь они точно тебя сдадут. И правильно сделают. Грэнни? А, Грэнни! Прогуляться вышла? Да, подышать. Отключи защиту против туфи. Кислородом. Он, знаете, от листьев. Бывает. Озон. О, да. Нашла. Подуй сюда пудрой. Вам пора уходить, простите. Мне пора уходить, но я ищу полуденный талисман. Теперь он похищен из дворца. Секретное изображение. Нельзя никому показывать. Мне можно. О, мы его видели. У Терции в доме. Так она... Здесь его нет, так что проверку мы прошли. Теперь прошу вас удалиться. Слушаю и повинуюсь. Здесь его нет. Приказано удалиться. Проверка пройдена. Приказано удалиться. А тебе говорят. Не хочешь послушать? Украла талисман, отправила нас в лабиринт. И Грэнни куда-то дело. Надо сообщить в королевскую розыскную службу, что она злая фея. Вот и все. Вот и все. Нет, она не злая. Она хорошая. Что она сказала? Что ты хорошая. Фантик, у тебя все хорошие. Она даже лабиринт не прошла. Мы должны ее выслушать. Ладно, Фантик, но она же спит. Так значит, я не злая фея. Фантик считает, что нет. Терция, проснитесь, пожалуйста. Надо проснуться? И немедленно. Простите меня, давно надо было все рассказать. Я наследная принцесса Феерии. Я захотела посмотреть, как живут обычные феи. Избежала из дворца. Предложила Грэнни отдохнуть на море, а сама поселилась у вас. А полуденный талисман? Его принцесса получает в 18 лет. И только она может им пользоваться. В других руках талисман становится опасным. Поэтому я забрала его с собой. Феерично! Вообще зачетно! Ура! А я же сказала, что Терция хорошая. Фантик, ты снова меня спасла. Спасибо тебе. Что-то не сходится. Бука, а твое устройство сработало. Вот мой узорчик из сна. Какой-то ключ. Помню, Терция искала ключ. Вы что, вручную ключ подбираете? А можно ведь одним нажатием кнопки? Нет. Да вы не бойтесь. Да? Я ей покажу. Вдруг это тот самый. Подожди. Терции нельзя доверять? Видишь, я совершенно уверена, Терция скрывает что-то еще. Я что-то упускаю. Но что? Что я упускаю? Да что ж такое? Время феерического отпуска закончилось. Как закончилось? Я же его продлевала. Примите входящее сообщение. Я вас раскусила. Это был не отпуск, а похищение. Я буду жаловаться в королевскую охранную службу. Вас на полгода лишат магических прав. Нет, 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 только не это. Стоп, надо успокоиться. Даже если она сбежала, на обратную трансформацию требуется время. Нужно ее перехватить. Терция, это, наверное, так феерично быть принцессой. А у вас во дворце много нарядов? А украшений? А туфелек, а балов? Господи, прости, я спешу. Понятно. Фантик! Сундучок! Он исчез! Трещина в магическом поле. Такая огромная. Фейк
Эки-леки! Опять трещина? Что значит опять? С этим явлением мы уже сталкивались. Если таких трещин станет много, мы вообще не сможем здесь жить! Причиной ее возникновения являются микрострессы, а точнее излишние переживания человека. И сумели его нейтрализовать при помощи умножения магической энергии. Мы трещину накормили. А, вот как! Тогда давайте ее снова накормим. И побыстрее. Теперь это уже не просто трещина, а настоящий разрыв. И он расширяется. И эмобарометр... Какая туча! В доме происходит что-то плохое. Что плохое? Я знаю, что плохое. Мама не пустила Катю на вечеринку с подружками. Тоже мне конец света. Может, для тебя не конец, а Катя так расстроилась, что из дома сбежать решила. Смотрите, рюкзак собрала и записку написала. Мама, ты мне ничего не разрешаешь, поэтому я ухожу. Ерунда какая-то. Обычные детские капризы. И никакие не капризы. Вечеринка – это так феерично. Все в розовеньком. Нужно ей помешать. Но ведь это действительно ерунда. Катя покапризничает, немножко успокоится. И трещина тут же исчезнет. Девочки, посидите у буковки, пока люди в доме. А мне нужно торопиться. Куда это? По важным делам. Королевским. Вы забыли, что я принцесса? У принцесс много разных дел. Пожалуйста. Сейчас мама увидит записку. Пожалуйста. А это еще что такое? Где? Мама, ты мне ничего не разрешаешь, поэтому я ухожу. Катя, что значит ухожу? Пока оценки по математике не исправишь, никаких вечеринок. Все, садись делать уроки. А что это с моим журнальчиком? Фейский веник. Все вещи дрожат. Может, они так играют? Стой, там же Катя. Девочки, глядите, рюкзака нет. Катя все-таки ушла из дома. Буковка, я тут кое-что подумал. Что там у вас? Фейки-злодейки вещи засасывает! Что же делать? Мучу к вам! Как устранить разрывы в магическом поле? Поиск! Надо перелететь на кровать! Не перелетается. Ай! Держись крепче! Пусть и трёма! Все не влезем! Летите без меня! Эклер, ты меня простил. Еще нет, но я не дам тебя съесть каким-то трещинам. Ой, девочки, они расползаются. Трещины в магическом поле можно устранить при помощи полуденного талисмана. Точно, в нем достаточно магической энергии. Диджит, ты понял? Конечно. Трещины должны ослабить сигнализацию. Ой, девочки! Вот! Буквафон! Инструкцию! При неправильном использовании талисмана... Знаю, можно уничтожить весь фейный мир. Ближе к делу! Правой рукой повернуть по часовой стрелке для того, чтобы... Ой, как страшно! Буква быстрее! Пусть вспыхнет свет, рассеется туман. Энергию отдай нам! Талисман! Ай, горячо! Thank you.
Что вы натворили? А что такого? Вы включили обратный режим талисмана, и теперь он засосет всю магическую энергию мира. Ой-ой. Как это остановить? Фейный мир погибнет. Но вы-то можете что-то сделать. Спокойно. Я же фея мгновения. Вернемся на час в прошлое, и все сделаем иначе. А мы будем помнить то, что было сейчас? Помнить буду только я, а вы нет. Но мы же помирились с Эклером. А я почти успела найти Гренни. Всем нам приходится чем-то жертвовать. Гренни потерялась? Неважно. Итак, спираль времени. Тоже мне конец света. Может, для тебя не конец, а Катя так расстроилась. Что собралась сбежать из дома. Но мы все исправим. Дрема, ты можешь сделать шар воспоминаний для Катиной мамы? Это зачем? Ведь Катина мама тоже была ребенком. И, может, тоже мечтала о вечеринках. Если она вспомнит об этом, то отпустит Катю. Терция, это настоящее королевское решение. Мама, ты мне ничего не разрешаешь, поэтому я ухожу. Катя, это еще что? Ты правда так хочешь на эту вечеринку? Да, очень-очень. Там будут все мои новые подруги. Ладно, собирайся, только обязательно позвони. Конечно, мамочка. Гренни нам всегда говорила, если в доме мир и любовь, то и феям хорошо. Феник, кофейник, это что за штуковина? Это... ничего, такая голограмма. То есть программа для принцесс. Спираль, она... активировалась. Значит, спираль времени и была... Спираль времени? А! Что тут за ерунда вообще? По-моему, Терция хочет нам что-то еще рассказать. Правда, Терция? Что ж, похоже, у меня нет выбора. Итак, слушайте. Когда-то давным-давно феи были большими. Когда-то феи были большими и нередко использовали свою магию во зло. Великая фея Мерцания лишила магии всех злых фей и спрятала их волшебные предметы в тайник. С той давней поры осталось пророчество. Когда оживет книга, рассыплется сон, полетят розовые шары и прольется солнечный свет, пять фей соберутся рядом с человеческой девочкой и явится избранная, которой откроется великая тайна. Ой, нас в книжке показывают. Класс! Так вот почему фейские школы устраивают у людей в домах. Все верно. Пять фей рядом с человеческой девочкой. А где Ботя? Потомки феи Мерцания следят за символами пророчества. В 18 лет наследная принцесса получает от матери королевы магификатор и наставление. Феерично! Толку от этих наставлений? Ну, книга, ну, сон. А замок пророчества как открыть? Ключ я так и не нашла. Буся! Чего? Значит, когда я рассыпала сон, тут-то все и началось. Да-да, магификатор сработал, и я помчалась сюда. А если бы ключ был?
Если. Что попусту говорить? Ботя, вот ты где. Так, девочки, сейчас мне надо кое-что сделать, а потом... Что? Бося, ключ. А, ключ. Терция, у нас есть ключ. Мне этот ключик все время снился. Но это только изображение. А вот и настоящий. Но без лунного заклинания ничего не получится. А расшифровать его невозможно. Ха, невозможно. У вас же есть личный переводчик с лунного. Давайте уже запустим это ваше пророчество. Как интересненько. Ключ, заклинание. Но я все равно не знаю, как действовать. Действовать будем методом проб и ошибок. Пробок и ошибок? Нет, ошибаться нельзя. Сундук сказал, мы только один раз сможем. Сундук? А! Сказал? Фантик, объясни толком! Фантик, вылезай немедленно! Фантик, ты должна рассказать, про что тебе говорил сундук. Про все-все-все. И про вас, и про пророчество, и про то, как его открыть. Что мы должны сделать? Пока вы нам все не расскажете, а ключ не найдется, это секрет. Так вот же он, ключик! И Терция все рассказала. Давай, Фантик, рассекречивай все секреты. Сундук сказал, что надо всем встать в программу. Нет, малограмму. Кажется, я забыла немножечко. Напоминаю, надо встать на головограмму. Голограмму? Фантик, ты все помнишь, просто нужно сосредоточиться. Сможешь? Королевская розыскная служба. Ну все, королевский страж. Это за мной, девочки. Боюсь, дальше вам придется самим. Ой, ты, железяка ржавая. Убирайся отсюда! Мы нашу Терцию не отдадим! Королевская разыскная служба! Уполномоченный страж. Готовы? Тогда начнем. Время покорно замедли свой бег. Древние чары, развейтесь навек. Звезды, сияйте, стрелка, кружись. Силой своей талисман поделись! Класс! Теперь все правильно! Длила Ангей Даглиан Ангели, Лундля Наглондела Донгделадли! Фейки-лейки, это еще кто? Бука, что это? А, но... Мерцание какое-то. Вы... Не может быть, вы... Вы фея мерцания? Она же тысячу лет как... Ну, в общем, это... Да, юная принцесса, я фея мерцания. Я явилась из пространства между мирами. Там я обрела дом много столетий назад, когда удалилась из этого жетон мира. Жетон номер 317. Итак, вы сумели открыть замок пророчества, и поэтому я здесь. Терция, Дрема, Буковка, Бусинка, Фантик, все в сборе. Вы не случайно оказались рядом, только вместе. Помогая друг другу, вы сможете двигаться дальше. Именно вам предстоит объединить свет и тьму и сотворить настоящее волшебство. Но как же избранное? Нет одной избранной. И это великая тайна пророчества. Избранные вы все, но лишь когда вы вместе.
потому что только вместе вы сможете преодолеть все опасности. Опасности? Вот это круто! Но как мы должны... Ты все поймешь сама, милая. У тебя прекрасные помощницы. Главное, держитесь вместе. И берегите человеческую девочку. Не подпускайте к ней. Петер, Психора, Ева, Рольгардина, Цирцилла и так далее. Высочайшим повелением короля Феерии вы задержаны по обвинению в хищении магического артефакта. Терция, ну объясните же ему, что нам нужно светлое и темное перемешать. Боюсь, тут уже ничего не поделаешь. Я ведь действительно нарушила законы Феерии. Полуденный талисман из дворца похитила, вашу наставницу обманула. За свои поступки надо отвечать. С принцессами так не обращаются! А? Это не Фейма! Терция, что нам делать? Именем королевы Феерии остановитесь! Высочайшим повелением королевы Феерии, Фейтер, Психори, Еве, Рольгардини, Цирцилии и так далее надлежит продолжить педагогический процесс в данной школе. Это противоречит полученной мной инструкции номер... Все ранее полученные инструкции считаются неполученными. Я не уполномочен получать неполучение. Помимо высочайшего вышеуказанного, вам разрешено оставить при себе магический артефакт, известный как полуденный талисман. Настоящий указ... Правомочен! Маленьких обижают! Каналья! Ангар! Именем королевы! Высочайшим повелением короля! А королева главнее! А король еще главнее! А как же наставница Грэнни? Фей Грэнни за долгую и самоотверженную службу! Пожалован почетный орден хрустального крыла и набор вязальных спиц! Фея Грэнни претензий не имеет! Отступаю! Ура! Терция, вы остаетесь с нами! Ура! Феник-кофеник! Ну и денек! Вы слышали, девочки? Нам предстоит сотворить настоящее волшебство! А теперь... Фейский фейл, это еще что? Будет норм, увидишь, ей понравится! Очень сомневаюсь! Зануда! Я еще не успею, не трогай! Это я... кавер сделала на твою песню. Слушай, просто блеск! Значит, тебе все-таки нравятся мои песни. Если мир поутру снова ты взъерошен, пуховат, уховат, кривоват. Я творю волшебство, чтобы день был хорошим. Значит, я всюду на распад. Разгоню облака и деревья раскрашу, и всем людям улыбки раздам. Каждый день, каждый час мы вселенную нашу создавать будем по частям. Я встаю поутру, мир недоучен, все вокруг наугад мне впопад. Разучились дожди выливаться из тучи, и соленым стал шоколад. Мы с наукой вдвоем приведем его в норму, чтобы стал он умней и мудрей. Но не все разрешить можно с помощью формул, значит я позову друзей. Мир творим, мы своим общим волшебством. Смех и цвет, сон и свет, мы ему все вместе. Я хочу, чтобы все подружиться могли бы. Воробей, кошелот и енот. Чтоб умели летать обезьяны и рыбы. И с улиткой играл бегемот. Каждый день этот мир по кирпичику строен. Иногда все идет кувырком. Но друзья прилетят, словно супергерои. И все вместе мы мир спасем. Яркий цвет, теплый свет вместе создаем. И для всех сон и смех в этот мир мы радостно несем. День за днем, вчетвером, впятером. День за днем. Ух ты! Облако! Оно в окошко залетело, да? Это туман, Фантик. Какой-то он не фейный. Вдруг из него кто-нибудь страшный выскочит. Бу! Ну ты бусина и трусиха. Тебя так весело пугать.
девочки, начнем. Так, а это еще что такое? Да Катя всю ночь чатилась с подружками в Фейнете. А теперь, похоже, носом клюет в школе. Не выспалась. Вот и туман. Вот что значит нарушать режим. И как вести урок в таких условиях? Так может, ну его этот урок? Нет уж, сегодня у нас очень важная тема. Итак, у нас есть наставление, которое дала фея Мерцания. Именно вам предстоит объединить свет и тьму и сотворить настоящее волшебство. Теперь нам всем вместе необходимо определить, что значит настоящее волшебство. А разве волшебство бывает не настоящее? Еще как бывает, всякие там пудрочки-конфеточки. А вот тут все волшебство самое настоящее. Да-да-да, великая лунная книга нас всех спасет. Пусть хотя бы этот противный туман уберет. Легко. Так, было тут подходящее заклинание. Сейчас... где же оно? А, вот! Донгледана адлигун, энглиглана унглигун. Огоньки! Они мне дырки в платьице прожгут! Ого! Эта штука съест весь туман? Да кто ее знает? Я вообще не понимаю, что это. Очень опасно выглядит. Это все твоя лунная книга виновата. Эй, ты куда? Это моя книга, отдай! Это еще кто? А ну иди сюда! Ах ты, мелочь вредная! Отдай книгу! Надо выяснить, кто она такая! Ура! Салки-отнималки! Девочки, меня подождите! Нет, в таких условиях вести урок решительно невозможно. Рёма, не толкайся! А ты смотри, куда летишь! Немедленно вернитесь в класс, у нас же важная тема! Сейки-леки, книгу верни, кому говорю! Я... так... Ой, смотрите, это ее ветрячок. Ага, значит, и она где-то тут. Вот она. Кто же это? Ах, вот вы где. Ха, ну что, попалась? Из какой ты квартиры? Зачем сбежала из своей школы? Полуночная фея. Точность идентификации 93,7%. Да ладно тебе. Ты полуночная? А полуночные феи все рычат. А конфеты они любят? Дикая какая-то. Вдруг она кусается? Полуночные феи – это сказки для малышей. И ничего не сказки. Буквофон не мог ошибиться. Погрешность меньше 6%. Вот видишь, он тоже не уверен на 100%. Лунная книга! Так, не разлетаемся. Сейчас вернемся в класс и решим, что делать. Там же портал! Да что с ним такое? 5 минут назад был портал, а сейчас пыль какая-то. Да, он совсем недавно закрылся. Порталы вообще штука временная. Максимум 5 минут и... А та феечка тоже хоп. Она же могла улететь обратно с моей лунной книгой. Нужно снова портал открывать. А я заклинание не помню. Фейски фейл. Никуда она не улетела. Судя по остаткам частиц в воздухе, портал исчез около 3 минут назад. А в это время полуночная была с нами. Да что вы все заладили? Полуночная, полуночная. Откуда они вообще взялись, эти полуночные? Когда-то все феи жили вместе, но потом они разделились на полуденных
и полуночных. Полуденные феи остались жить среди людей, чтобы помогать им и черпать от них свою магическую энергию. А полуночные феи решили уйти от людей как можно дальше и получать энергию из дикой природы. С тех пор полуночных фей никто не видел. Ничего себе! Так я создала портал в полуночный мир! Вот это круто! Ты же слышала, с тех пор полуночных фей никто не видел. А это обычная фееринка из соседней квартиры. И очень невоспитанная. Надо ее поймать и вернуть в школу. Там, наверное, наставница уже с ног сбилась, ищет ее. Буковка, сможешь сделать систему слежения? Хм, есть у меня пара идей. Например... Отлично, приступай. По регламенту в человеческой квартире должно обитать не более 5 фей. Так что наша задача – поймать эту хулиганку, пока никто не узнал. Зафиксирована подозрительная активность. А вы что тут делаете? В свете последних событий Ее Величество Королева Амбиция отправила меня узнать, какая у вас обстановка. Это мама Терции. Это мама Терции? Ты нет! Королева Амбиция, мама Терции. Обстановка внушает опасения. Кого это вы собираетесь ловить? Да так, никого. Странные атмосферные явления, превышение максимального количества проживающих на единице площади, вынуждена доложить ее королевскому величеству о систематическом нарушении. Ой, какая у вас стильненькая юбочка! Это же настоящий Версачи! Что, правда, красивая? Чудесная! А какая модненькая! И оборочки такие миленькие, и кружевце такое воздушное! Вам так идет! Спасибо. Это у нас такая форма. На идеальной фигуре даже форма смотрится потрясающе. Вы же просто супермодель. А если вас в бальное платьице нарядить, представляете, как вы будете феерично выглядеть? Изобретательно. А теперь надо как можно скорее поймать эту лишнюю фею. Готово. Итак, при столкновении объекта с датчиком выскакивает сетка-клетка, запирает в себе объект и подает световой сигнал, который мы увидим благодаря моему фейдрону. Терция, попробуйте. Молодец, Буковка. Теперь мы ее точно поймаем. Уже 10 минут таращимся в эти экраны, а толку? Дрема, настоящая фея не должна проявлять нетерпение. Да куда она подевалась? В самом деле время-то идет. Сколько еще бусинка сможет забалтывать стражницу? Вы видели? Это еще одна, побольше той мелкой. Летим, скорее. Фантик, останься здесь. Я тоже хочу с вами. Нет, Фантик, ты здесь нужна. Ух ты! Выскочила! Вот это круто! Не, ну это точно полуночная. У них самая сильная магия. Битый циферблат! Теперь у нас не одна лишняя фея, а целых 2. О, этого еще не хватало. Не волнуйтесь, мы обо всем договорились. Муся нас не выдаст, а я сошью коллекцию нарядов по последней моде. В настоящий момент вынуждена удалиться. Однако запланированы регулярные проверочные визиты. А заодно и на примерочку. А у вас что интересненького? Неужели полуночные все-таки существуют? Фейки-лейки не просто существуют, а прямо тут у нас летают, да еще целых 2. Всю жизнь мечтала с ними встретиться. В таком тумане ты их точно не найдешь. И не будет к утру никакого тумана. Сейчас я Кате такой сон с Бацей, что она спать будет без задних ног. И мы спать будем задними ногами. Вот именно. Если бы ты, Дрема, сразу делом занялась, ничего бы этого и не произошло. Вот именно. Ничего бы не произошло. Катюша, ты чего так рано проснулась? Ой, мам,
Мне такой сон приснился, как будто у меня в комнате какие-то маленькие существа поселились. Смешные и совершенно как настоящие. Давай поиграем. Нажми на колокольчик и будешь узнавать про все новое. Ставь лайки! Много лайков — это так феерично! Научный подход предполагает подписку на наш канал. И ты подпишись. Просто класс!